Меня зовут Джерен Йылмаз. Я студентка последнего курса кафедры акушерства факультета медицинских наук университета Гази Осман Паша. Кафедра акушерства является четырехлетней программой бакалавриата при факультете медицинских наук в кампусе Ташуичифлик университета Гази Осман Паша. Целью кафедры акушерства является обучение медицинского персонала на должности акушерок, которые оказывают профессиональную медицинскую помощь женщинам в период до беременности, беременности, родов и в послеродовой период. Докторские и магистерские программы на данный момент активны. Основные медицинские науки и основные профессиональные практики в первый год работы нашей кафедры. На втором курсе изучают такие предметы, как ведение здоровой и рискованной беременности, планирование семьи. На третьем курсе изучают такие предметы, как ведение здоровых и рискованных родов, гинекология и здоровье, здоровье и болезни новорожденных, эпидемиология, методы исследования, статистика. Клиническое и практическое обучение дается в четвертом курсе. На кафедре акушерства имеются две лаборатории – учебная и образовательная лаборатория беременных. В лаборатории навыков мы учимся ухаживать с помощью инструментов, которые можно найти в больнице, таких как модели, симуляторы и больничная среда. Обучающая лаборатория по беременности и родам – это лаборатория, в которой проводятся имитационные тренинги для обучения беременных женщин и их подготовки к родам и послеродовым периодам. Наши стажировки, которые начинаются с первого курса на нашей кафедре, продолжаются до четвертого курса. Мы проходим стажировку в университетской больнице Токат Гази Осман Паша и Токатской государственной больнице. Для выполнения наших критериев окончания нашей стажировки необходимо провести обследование и наблюдение за 100 здоровыми беременными женщинами, наблюдение и уход за 100 послеродовыми и здоровыми новорожденными, наблюдение и уход за 40 беременными женщинами на сохранении и 40 нормальными родами. После окончания учебы мы можем работать в соответствующих подразделениях провинциальных управлений здравоохранения, центрах семейного здоровья, общинных центрах здоровья, государственных больницах, университетских больницах и родильных отделениях частных больниц, а также в подразделениях, связанных со здоровьем женщин и женскими болезнями. Мы также можем независимо заниматься своей профессией. Женщина существует и может существовать во всех сферах жизни. Поэтому я выбрала это направление, чтобы помочь женщинам в существовании и возможности существовать до, во время или после беременности. Университет Гази Осман Паша города Токат предоставляет образование в акушерском отделении с 1997-1998 годов, имеет глубокую историю, доказал себя и свои успехи в других учебных программах. Привлек мое внимание и стал причиной выбора по причине широким возможностям практиковать и широких академических кадров. После завершения учебы я сначала хочу поступить в магистратуру в моем университете и одновременно получить практический опыт. Таким образом, я думаю, что смогу улучшить себя как в академической сфере, так и в сфере практики. Советую своим дорогим коллегам, которые поступят сюда, выбрав эту кафедру, принять акушерство как профессию, а не как гарантию занятости. Прежде всего, я хочу, чтобы они знали, что это требует сострадания, самопожертвования и сочувствия, и что они должны не терять их на протяжении всей своей профессиональной жизни. Желаю всем успехов на экзаменах. Мы будем рады приветствовать вас в нашем университете.